Всем привет! Сегодняшнее видео будет о покупках одежды на весну. В основном это весенние вещи, конечно же, или там осенние. В общем, зимы как таковой в Германии нет. Постоянно плюсовая температура, но редко бывает там около нуля, поэтому вот эти вещи, в принципе, уже можно будет и сейчас одевать, кое-что даже летом. Наконец-то я нашла себе очень удобную обувь на высоком каблуке, в которой можно ходить каждый день на работу. Я очень довольна. Потом я заказала два пальто на сайтах в интернете, на разных. Поэтому давайте все по порядку. Наверное, я начну с обуви, потому что обувь — это как бы моя самая главная покупка. Где-то полгода тому назад я первый раз зашла в магазин вот этого бренда Paul Green München. Померила там обувь на каблуке, и она мне настолько показалась удобной, настолько понравилась, что все, что я мерила после этого в других магазинах, мне просто не нравилось. И такая обувь на каблуке, которая неудобная, которая стоит у меня в шкафу, у меня уже есть, поэтому я решила в этот раз купить именно что-то очень удобное или вообще ничего не купить. Поэтому я купила вот этой марки Paul Green вот такую обувь. Ее уценили на 100 евро. Раньше она стоила что-то 160. В общем, для немецких цен это уже такая более дорогая обувь считается, потому что здесь можно и за 60, и за 80 евро купить такую приличную обувь. В общем, вот такая вот на высоком каблуке. Здесь такая танкетка. В общем, они очень удобные. Это кожа, замша. Выглядят на ноге просто вообще классно. Может быть, я в следующем сниму видео, где я все это примерю, одену, чтобы вы видели, как это смотрится. Посмотрим. В общем, обувью очень довольна. Подойдет она и к юбке, и к брюкам, и к джинсам, и под кожаную куртку весной, и сейчас под теплые куртки. В общем, просто вот довольна вообще как слово. Думаю, что теперь я буду смотреть только обувь именно этого бренда, потому что ничего удобнее у меня никогда не было. Переходим к пальто. Вот это пальто я купила на сайте asos.de. Я оставлю все внизу под видео, как обычно. Бренд называется French Connection. Цвет аметист. Очень мне понравился этот цвет. Оно вот такое идет почти до колена, чуть выше колена, яркий, красивый, сиреневый такой цвет. Здесь вот идут такие кнопки, они, знаете, когда одеваешь, даже не видно ни кнопок, ничего. То есть оно получается такое очень простое, такое строгое, но за счет цвета и за счет вот таких вот все-таки, ну, немножечко колокольчиком вот здесь рукав. И вот здесь как бы сзади все такое свободное. В общем, все это выглядит очень так романтично, но все-таки строго. Понравилось мне здесь 80%, 10% кашемира и 80% воли. Воли — это у нас шерсть. То есть очень хороший состав, красивый цвет, и уценили его очень классно, поэтому я не удержалась и заказала его. И второе пальто — это с сайта hse24.de. Вот такое вот. Оно идет, прикрывает даже слегка колени, то есть такое длинненькое. Оно действительно теплое. Это все, конечно, не натуральный мех, но сделано очень хорошо. И бренд — это Альфредо Паули. Это такой немецкий дизайнер, который раньше делал в основном там шубы из натурального меха, то есть такие очень дорогие вещи для миллионеров и всякое такое. Потом он вовремя перешел на телешопинг и теперь вот делает одежду как бы для обычных людей. Но у него всегда такие интересные модели. Вот такое вот пальтишко. Думаю, что в нем будет и тепло, и красиво. И что мне понравилось тоже, что вот если пальто такое более классического кроя, что ли, под него можно одеть все что угодно, и юбку, и брюки, и так далее. И все это будет выглядеть так очень красиво и удобненько будет.
Следующая покупка вообще была внеплановая. Я приехала после праздников новогодних от моей мамы на поезде обратно в Гамбург. И там у нас на вокзале прямо есть такой хорошенький бутик, магазинчик маленький. Я туда зашла, и первое, что мне бросилось в глаза, это вот такая вот жилетка кожаная. Причем она была уже уцененная, это был последний размер, самый маленький. И я просто вообще, когда я увидела, вот это то, что мне надо, я очень люблю кожаные вещи, как вы уже знаете. И она идет вот такая вот замшевая, натуральная кожа. Сзади очень красиво сидит по фигуре, такая коротенькая. И тут вот такая вот бахрома, вот довольно-таки длинная. И все это закрывается на замочек. В общем, я вообще обалдела. Сразу же ее схватила, и мне еще дали ее еще дешевле, чем она была, потому что это была последняя. В общем, вот такая вот вещь. Я себе представляю ее одеть с какими-нибудь джинсами такими порванными. В общем, это будет вообще классно выглядеть. Может быть, я сделаю такое видео, где я все примерю, посмотрим. Да, я вам все это покажу. Вот такая вот. Так, следующее. Это вот такое вот платьице-туника. Ее я купила в Манго. Тоже 50% дешевле, чем она стоила раньше. Вот такая вот свободненькая. Мне понравилась, во-первых, расцветка, во-вторых, то, что это вискоза, она очень приятная. Материал такой прям богатый, слегка как-то сатиновым таким отблеском. Очень мне понравилось. Ее можно будет и с джинсами одеть, и, например, где-нибудь в теплых странах просто так, как платится. В общем, вот такая вот симпатичная. Тоже в Манго вместе вот с этим платьицем я купила вот такую вот блузочку. Тоже вискоза стопроцентная, очень приятный материал. Красивые такие разводы, мне напоминают какие-нибудь акварельные краски, что-то такое. Очень классно, сзади идет вот с такой вот пуговкой. В общем, ее, конечно, можно уже, в принципе, будет и сейчас одеть. Можно будет с каким-нибудь кардиганом или там с чем-нибудь таким. В общем, вот такая вот красивая штучка. Так, теперь идет вещица из Зары. А, две вещи у меня из Зары. Давайте я вам сразу их две и покажу. Купила себе вот такую вот. Тоже она была очень сильно оценена. Такая что-то типа блузочки. А в основном мне вот такие вот леопардовые цвета не очень-то идут, потому что они очень теплые. Но вот это вот мне настолько понравилось, что я просто ее взяла. И здесь мне понравилось также, что тут такие вот вставочки идут. Кружевные такие черные. В общем, ее тоже можно... Да, сзади просто черная. Тоже это вискоза и что-то там еще. В общем, тоже ее можно будет и одеть с каким-нибудь пиджаком сверху. И весной просто так там или летом. Под какие-нибудь брючки. В общем, взяла, думаю, ладно, хоть мне не идет теплый цвет коричневый, но вот это вроде бы ничего. И вместе с этой блузочкой я в Царе купила брюки, классические брюки. По-моему, это мои единственные брюки. Я брюки в основном так не очень-то до сих пор любила носить. Ну что ж такое? Но вот эти мне понравились. Вот. Они слегка такие на мне, как бы, ну не то что большие, но свободные. Вот. Но мне очень понравился этот цвет. Тут очень тоже хороший состав. Здесь, по-моему, идет... Что здесь? Здесь в основном хлопок. Вот. И красивый очень цвет. В общем... Эти брюки я также буду одевать вот с этой обувью на каблуке весной. Очень мне они понравились. И стоили они, вот я могу вам показать, 17 евро. То есть это вообще за такие деньги я их просто схватила. И сказала, мое.
Так, следующие две вещи будут из моего любимого магазина Текамакс. Там мы с мамой вместе ходили и выбрали две блузочки. Первая вот такая, вот шикарная, она такая свободная, очень классическая, но за счет вот этих кармашков впереди на груди выглядит так, не совсем вот просто классически. И здесь шикарный материал, вы видите, он такой струящийся, переливающийся. Это вискоза с шелком. В общем, я просто обалдела, когда ее увидела. Я ее, конечно же, смогу одеть с теми же синими брюками. Можно будет, естественно, и с джинсами, и с любой юбочкой. Все это будет красиво смотреться, и под пиджачок. В общем, очень довольна. И в последнее время я действительно смотрю, чтобы материал был более натуральный, более приятный к телу. И эти вещи намного дольше носятся. И лучше один раз взять одну вещь более такую качественную, чем три некачественные, которые там через год просто или через два выкинутся и будут все равно смотреться не очень. И следующая кофточка тоже из Текамакс. Вот такая вот, красивая очень расцветка. Она идет такая немножечко широкая, очень свободная. Но выглядит это с какими-нибудь притянутыми джинсами очень красиво. Или с брюками даже. Тоже ее можно одеть и под пиджак, и с кардиганом, и просто так. И такой здесь очень плотный материал. Здесь материал химический, но очень плотный, хорошего такого качества. И бренд называется Club Monaco. Кстати, вот эта кофта, в которой я сегодня, она тоже от этого бренда. Мне очень нравится, потому что в этих вещах что-то такое необычное есть. Ну, в общем, вот такая вот. Следующая вещичка очень мне понравилась. Это такое уже совсем практически летняя вещь. Магазин Promod у нас есть. Там мы с мамой моей опять же были вместе. Что за штука здесь торчит? Вот такую вот мы купили. Ну, это что-то вроде туники, что-то такое тоже свободное и такое длинненькое. И мне очень понравились вот эти цвета. И опять же, все это выглядит такое, что-то мне напоминает какую-то акварель снова, какие-то краски разлитые вот здесь наверху. Очень красивые цвета. Здесь тоже идет сзади все такое серенькое, вискоза, а впереди тоже какая-то химия, но мне очень она понравилась, несмотря на то, что это химия. И вот такого вот цветочного принта у меня нет ни одной вещи. Так что вот это первое, очень она мне понравилась тоже. И последнее, что я вам сегодня покажу, это был подарок от моей мамы. Очень красивый такой светло-серый, ну что-то вроде шарфика или шаль. Вот он такой мягенький, тепленький. И здесь также присутствует такая серебристая нитка. Очень красиво все это выглядит. И он такой мягкий. Мне такие светло-серые цвета, в принципе, очень идут. И я думаю, что он подойдет также вот к какому-нибудь пальто, к голубому вообще будет шикарно смотреться, там, курткам, ко всему будет выглядеть очень даже хорошо, особенно, мне кажется, к пальто. Так что, мама, спасибо большое за такую классную вещь. Такие вещи вообще всегда пригождаются и всегда выглядит любой там аутфит, любое пальто или там какая-то простая обычная черная куртка сразу намного веселее и интереснее вот с каким-нибудь вот с таким аксессуаром. Так что вот это было все. Я надеюсь, вам было интересно с этими пальто. Я еще точно не уверена, оставлю ли я вот это фиолетовое, идет ли мне такой цвет. Голубое мне очень понравилось. В общем, подумаю. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о вот этом ярко-фиолетовом. Вот о вот этом пальто, идет ли мне этот цвет, стоит ли его ставить, как вам кажется. Я еще вот как-то так не очень уверена. И все, надеюсь, вам было интересно. Всем отличного настроения. Пока-пока.